от перестановках. Их почему это делал? Потому что когда у вас есть число от 1 до n, то вы единицу ставите на любое из n мест. После этого двойку ставите на любое из n минус 1 оставшихся. Потом тройку ставите на любое из n минус 2 оставшихся. И так далее, и так далее, и так далее. И последнее число n вы ставите на единственное оставшееся место. То есть смотрите, чтобы задать перестановку, вы на самом деле должны задать такие числа. Число b1 от единицы до n. Число b2 от единицы до n минус 1. И так далее, и так далее. Bn минус 1 число расположено от единицы до двойки. И число b1 это просто-напросто единица. То есть расположено от единицы до единицы. Ну это понятно. Это, конечно, понятно. Но давайте явным образом укажем, как любой такой вот последовательности, последовательности натуральных чисел, для которых верны такие неравенства, мы сопоставляем перестановку. Ребята, я не поленюсь. 1, 2, 4, 3. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. 1, 4, 2, 3. И теперь 1, 4, 3, 2. Но выпишу их не просто так. А я скажу следующее. Когда мы писали перестановки, то вот здесь мы каждый раз брали первое из возможных чисел. 1 мы взяли. Потом мы взяли 2. Это было наименьшее из оставшихся чисел. А потом взяли не 3, а именно 4. Это вот что такое. Это 1, 1, 2, 1. Потому что потом мы взяли единственное оставшееся возможное число. Так, теперь смотрим здесь, что будет. 1. Потом, вот очень интересно, 1 у нас уже нет, мы ее уже взяли. У нас были числа 2, 3. Но мы взяли не 2, а 2 число. Здесь пишем 2. А после этого брали вот так вот, 1, 1. Господа, я думаю, что все уже понимают. Вот это мы будем называть перестановкой, а вот это мы будем называть правильной последовательностью. Последовательностью, которая описывает перестановку. Смотрите, как здесь все идет. Значит, это последовательность тех самых чисел b. 1. 3 это 2, потому что единицы уже нет. 2, 1. Теперь здесь что будет? 1, 4 была на 3 месте после удаления единицы. Теперь здесь у меня на 1 месте и на 1. И наконец, 1, 3, 2, 1. Вот, господа, обратите, пожалуйста, внимание. Это очень несложная штука. Я выписал перестановки, а справа от них выписал их коды вот такого типа. Когда эти числа от b1 от 1 до n, b2 от 1 до n минус 1 и так далее, b1 минус 1. Так, для того, чтобы все-таки поупражняться, давайте напишу дальше. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, и, наконец, 2, 4, 3, 1. И, господа, посмотрите, пожалуйста, как все здорово. Я здесь пишу двойку со всеми единицами. Потом я пишу вот так. Я даже могу не смотреть на вот эти перестановки. Я просто здесь... Везде вместо единиц пишу двойки, а вот эти вот числа я пишу по возрастанию. Ну, с учетом, конечно, ограничений на b. То есть здесь, смотрите, вот двойка ушла, теперь тройка на 2 месте, 1, 1. Это я, собственно, переписываю отсюда. Да? Теперь 2, 2, 2, 1. Здесь 3, 1, 1.
Нет, здесь 3, 2, 1. Давайте все-таки поупражняемся. Возьмем какую-нибудь по-настоящему длинную перестановку. В абсолютно произвольном порядке выписать числа от 1 до 9. Спасибо. Ну, господа, я сейчас напишу для этих чисел вот этот вот код. Очень легко. Вначале у меня есть все числа от 1 до 9. Давайте для ясности я их даже сбоку напишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Замечательно. Я беру тройку, здесь ее стираю и пишу, что я взял третье число. Пятерка теперь оказалась четвертым числом. Я ее стираю, пишу сюда 4. Восьмерка теперь стоит на шестом месте. Шестерка стоит на четвертом месте. Двойка на втором месте. Семерка на втором. Единица на первом. И девятка после этого на первом. Вот так.